Сегодня по всей стране вспоминают жертв теракта в Беслане. 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В Челябинске к этой дате подготовили флешмоб. Массовую акцию провели на Алам-Поле. Молодые люди создали особый арт-объект. Этим арт-объектом мы хотим выразить солидарность всех молодых людей Челябинской области и города Челябинска. Этот арт-объект – это черное полотно, выражающее терроризм, и белая рука вот молодых людей, которые говорят «стоп». На арт-объекте также разместили QR-код, с помощью которого можно было узнать о истории терактов в России. На акцию собрались сотни студентов и школьников. Ну, мне кажется, это в первую очередь день памяти над родными, и все-таки много же людей, которые пострадали, их родные пострадали. Ну, собственно, они тоже, как, это же все равно боль, потеря какого-то либо близкого. 1 сентября 2004 года в Беслане во время торжественной линейки террористы захватили детей, родителей и учителей. На протяжении 2,5 дней преступники удерживали больше 1000 заложников в заминированном здании школы. В результате трагедии погибли больше 300 человек.